Кокшенов в больнице. Артист перенес инсульт и сейчас госпитализирован. Михаил Кокшенов находится в реанимации. К артисту сейчас не пускают даже родственников. Дочь артиста Алевтина рассказала о состоянии отца. Он не в коме, он там в сознании. И что еще? Он дышит сам. Папа у нас человек такой всегда был спортивный, вел здоровый образ жизни. Да, не пил, не курил. Очень хорошо выглядел для своего возраста. Поэтому для нас это, для всех тоже полная неожиданность. Состояние народного артиста оценивают как тяжелое.